половине суток. Сегодня, как вы видите, на столе тут различные чайники у нас. Скажем так, каким 100 лет, каким больше, каким поменьше. Оловянный, латунный. Там вдали вот эта вот модель немецкая, времен где-то. Мы его, конечно, не рекламируем, Третий Рейх. Просто там все есть. Скажем так, клима соответствующий, как любили клеймить немцы. Это в основном оловянные чайники, кофейники, английские. Такой вот у нас в центре, с него мы начнем. Это я просто поставил как бы чай пить, да, итальянские такие стаканчики прикольные от Каподимонте. Если, кстати, интересно, расскажем, у меня такие подобные есть. Если вы хотите, или комментируйте, ставьте лайки, и мы будем рассказывать про то, что тут на столе. Ну вот, начнем с веб-чайник. Чем отличается он арабский? Прежде всего, вот смотрите сюда. Начнем, наверное, с самого главного. Видите, он внутри аж весь потемнел, тоже что-то медленное. Я думал, тут же вроде как уже не должно быть. Видите, а тут прям он коричневый стал. Что касается здесь, видите, такая арабская отделка пластинами. Симпатично. Явно это ручная работа. Вот здесь у нас, видите, посмотрите, вот такое вот клеймо. Там есть полумесяц, то есть какой-то там, то есть это брендовый такой, скажем, наверняка производитель, который клеймил явно, но, наверное, хорошо такая продукция расходилась, я так думаю, как и для употребления, то есть для непосредственно эксплуатации, да, и мы там пользовались. Если там вот увидеть, видите, там вот есть. Вот, ну я думаю, пользоваться им уже нельзя, хотя он там тоже такой, прям скажем, коричневый стал, да, то ли медный. Вот, но если для пользования, им надо, конечно, было лудить. Явно ручная работа, вот смотрите, даже какая ручка, да, здесь такие заклепки стоят старинные. Не знаю, сколько ему лет, но все любят говорить 19 век, но я сильно сомневаюсь. Ну, конечно, есть тут следы уже бытования, использования, небольшие, конечно, вмятины. И в целом вот медные пластины здорово, такие вставки такие, тут здесь серебряный, может прям даже какое-то серебрение, хотя серебрение уже слезло. Очень интересно, из чего они пользовались, честно. Вот здесь вот посмотрите какой, да, то есть прям ярко выраженный восточный такой арабский такой дизайн. Вот, ну что, нос как тут даже не паялся, даже или подпаивался все-таки. Но так, для декора, наверное, все-таки больше, я думаю, навряд ли кто им будет пользоваться. Конечно, там все это можно почистить. Ручка тоже такая прям латунная. Но я думаю, богато очень он выглядит. Очень все тут такие насыщенные, такой орнамент. Может быть, я вот не очень, конечно, разбираюсь, но, видимо, может, какие-то традиции, там 17 век, там, мастеров. Ну, видно, такие, вот, знаете, как клочочки там вот выбивают где-то, вырезают, все это на заклепках поставлено. Очень интересно, такое, знаете, народное творчество, ремесел, народных мастеров. Ну, такая вот модель. Ну, я думаю, объем тут, ну не 3 литра, но, наверное, 2,5 это есть. Вот такой вот интересный чайник сегодня у нас был. Если вам интересно, вот эти вот кофейнички, да, оловянные, тоже они прям английские, где тут начало века, клейменные 20-го, то есть начало века, или вот такая вот вообще тоже брендовая модель, видите, английские 19 века, луковичные, то ставьте лайк, если хотите увидеть, спрашивайте, тогда мы вам снимем продолжение. Вот, ну а так, я занимаюсь предметами этаж декора, еще кто, если не знает, в широком ценовом диапазоне разных стран, времен и народов. Поэтому смотрите на канале мои видео. Ну, спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за лайки. До новых встреч. До свидания.